Когда мы в блоге подняли такую важную тему, как патриотизм, наши читатели практически хором стали просить, чтобы мы начали беседу не с патриотизма 20 века, а с патриотизма 21-го. Они спрашивают, меняется ли понятие патриотизма со временем. Если меняется, то почему? Потому что меняется Родина или потому что меняется наша любовь к ней? По-другому трактуется эта любовь. Нам пишут о том, что сейчас принята позиция «сначала реши свои проблемы, потом помогай другим». И что на Западе наш жертвенный патриотизм, он считается не так патриотизмом, как непрактичностью. Вот давайте попробуем на такие сложные вопросы ответить. Я думаю, вот про что. Вот мы напередодні великой даты. 70 годов. Это тяжко себе уявить. Это мало что три поколения без войны на белорусской земле. У истории белорусской державы такого стагоддзя, а мало что 70 годов, разумеете, как не было чужих ботов на земле, гэт не было. Это дивная речь, так сказать, на перегоне 20-го и 21-го стагоддзя. А мне думается, что в основе этого закладено то, что обвострилось, проявилось и вельми выразно повстало перед светом и перед землей в 1941 году.